год со святителем Игнатием Брянчаниным. Вечность. Все мы непременно должны вступить в нее. И те из нас, которые не хотят нисколько о ней подумать, но всегда мыслями своими и желаниями пригвождены к одному земному. Вечность. С какою радостною надеждою ожидает ее иные, а иным как она грозна. Итак, если вечность нас ожидает непременно, то приготовиться к ней заблаговременно требуется мое благоразумие.